Рукосуев Матвей. Я ученик 1-го Б-класса Ангарской школы. Я хочу рассказать про своего прадеда. Белоголов Иннокентий Дмитриевич призвался на войну в 16 лет. Прибавив себе 2 года, отправился защищать родину. Молоденький солдат догонял свой полк в белорусских лесах и встретил 3-й танковый полк. И стал танкистом-пулеметчиком. Засаженные танки за линию обороны, он дошел на танке до Клайпеды. Неоднократно проявлял смелость, отвагу, находчивость. Он встречался с другими однополчанами в Москве. Мы все помним его и любим.